Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать. Либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом данного видеоматериала я бы вам хотел рассказать о том, что на данный момент в группе ВКонтакте мы проводим просто жирнейший конкурс в истории канала. Очень-очень жирненький конкурс. Спасибо большое спонсору за спонсорство данного конкурса. Разыгрываем мы вот такие вот замечательные ключики на игры в Стиме. Активация в Стиме. Первое место у нас Detroit Become Human. Стань человеком. Думаю, знаете эту популярную игрушку. Сам хочу очень сильно пройти ее. Второе место Black Book. Вроде как от российского разработчика. Третье место Rising Storm Вьетнам. Собственно, ссылка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Народу у нас участвует мало. Помимо ключей разыгрываем еще скины на CS2. По мере роста канала и материальной поддержки мы будем разыгрывать, в принципе, больше призов, больше чего-то еще. Например, чего вы хотите, к примеру. Возможно такое. Поэтому переходите, если интересно, участвуйте. Всем я желаю удачки и всем приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот новенький Ягуарчик, новенький энергетик. От бренда Jaguar. Extra Urban Energy. Экстра городская энергия со вкусом киви и кактуса. Экстра энергия плюс женьшень плюс мате. Это экстракт такой. Кофеин, таурин, витамины плюс сахар. Задняя часть упаковочки. Баночки. Объемчик 0,44 литра. Прошу заметить, прошу зафиксировать. Объемчик, как я и сказал, 0,44 литра. Вообще неуважительное отношение. 100 миллилитров куда потеряли? Цена такая же, а миллилитры-то где, ё-моё? Ну, понятное дело, с этим все. Ценой, с инфляцией, дорожанием различных продуктов, перевозок и так далее. Содержат натуральные экстракты мате и женьшеня. По поводу вкуса киви-кактус, он в принципе не особо какой-то прям новый. Потому что у Tornado Energy давным-давно еще я делал обзор. Когда он вышел, я вообще не в курсах, может там лет 5 вообще назад. Этот Tornado Energy со вкусом кактуса. И там, в принципе, плюс-минус, наверное, киви тоже где-то затесался, скорее всего. Ну, собственно, сейчас затестим, посмотрим. Дизайн, в принципе, такой прикольный, красивый. От Ягуара в целом довольно-таки мало в плане энергетиков безалкогольных. Мало довольно-таки каких-то новинок. Последняя новинка, наверное, была год-полтора назад, а то и два. Я уже не помню, вроде оранжевый манго-ананас, что ли, вкус. И, в принципе, на этом все. Ну, Ягуар, если не ошибаюсь, владелец бренда, он зарубежный вроде как какой-то. Точно не скажу. Там какие-то были вроде варианты, я перебирал. Но, опять же, это тяжело довольно-таки выяснить. Там надо по бумагам смотреть, где записано.
потом идти туда смотреть, кто владелец, потом там. Там это все через офшоры различные может проходить для того, чтобы налоги меньше платить. Ну и, короче, такие схемы мутные. Но главное, чтобы энергетик был не мутный, жесть. Собственно, поехали. Энергетик холодный, цена ему 85 рублей. Покупал я его в левом абсолютном магазине без названия. Кто-то типа магазин у дома. Магазин реально без названия, в прямом смысле этого слова. Ищите в левых магазах каких-то. В принципе, как мне зритель написал об этом энергетике, что появились три таких новых вкуса, новых энергетика, за что ему спасибо. Я, в принципе, сразу же на следующий день пошел, и он уже в магазине был. Поэтому вот так вот. Давайте открывать, пить. Ну, по запаху такой вкус киви-кактусу. Плюс-минус что-то такое есть. Киви 100%. Вкус такой, знаете, чуть зубной пасты, что ли, так скажем. Ну да, есть такое ощущение. Небольшой вкус такой зубной пасты, вкус какой-то жвачки такой. Но вкус прикольный. Так, я это сейчас крышку вырву. Энергетики, видимо, готовились давно. И на них до сих пор вот эти вот, которые клеят в магазинах, QR-коды. Так, но этот ягуарчик уже сладкий. Здесь нет какого-то подавления сахара, как было в предыдущем вкусе. Гуава-маракуя, что ли? Какой там был вкус? Сейчас скажу. На дзен-канал свой зайду. А, питахая-гуава. Вот там какое-то подавление сахара было. Чувствовал, что как будто недостаток сахара есть. Кстати, если интересно посмотреть обзорчик на другой ягуарчик новенький, вот, в принципе, пожалуйста, превьюшка названия. На моем дзен-канале ролик уже вышел. Ссылка на мой дзен-канал в описании, если интересен мой контент. Логинься через ВК Яндекс и смотрите меня на дзен-канале. Заранее спасибо за поддержку, за логиниться обязательно. Обязательно. Спасибо за поддержку большое. На моем дзен-канале, если кому прям интересно углубляться, ролики выходят намного быстрее, чем на ютубе. Есть ролики, которые на ютубе никогда не выйдут в связи с правилами ютуба. Есть ролики, которые в ограниченном доступе на ютубе, но уже 2 года, как на дзене они лежат в открытом доступе. Лучше качество контента, удобные плейлисты. Залетайте, логинитесь через ВК Яндекс, ссылка в описании на дзен-канал. Заранее спасибо. Так, продолжаем, в принципе. Газированность максимально на низком уровне. Я бы назвал это энергетик таким чиловым вкусом. Ну, Ягуар молодцы. В одном могу сказать точно. Ягуар красавчики. В том плане, что и сахара больше класть начали в энергетике. И новиночки выпустили. Прям красавчики есть же. Вкуснятина. Блин, еще знаете, вкус такой, как будто мармеладных мишек еще. Кто пробовал, тот пробовал. Жевательный такой мармелад. Есть такое сходство. И зеленый чай еще чувствуется. 100%. Прям такой... Не зря я сказал человый энергетик. Зеленый чай он уже успокаивает. Блин, еще так жажду. Перекрывает жестко прям. У меня горло, оно прям вообще кайфует. Еще такое ощущение, как будто чуть мята есть. Но это, возможно, экстракт мате, потому что горло как будто чуть холодеет, так скажем.
Короче, энергетик очень вкусный. Вот этот энергетик мне прям пока что зашел из трех. Пока что еще один я не пил. Другой пил, показывал вам. И вот этот прям пока что заходит мне на ура. Экстра энергия для больших городов. Усиленная формула энергии поможет достигать большего с новой силой и скоростью. Ну, на это я уже отвечал. Усиленная типа формула. Про то, что у них кофеин таурин остался такой же, как в предыдущих энергетиках. Так они еще объем понизили. То есть получается, кофеин таурин у них меньше, чем было. Jaguar Extra Urban Energy — это специальная экстра серия. Так, углеводы берем за сахар. Информации про сахар нету. 11 граммов на 100 миллилитров напитка. Это высокий показатель среди энергетиков наравне с Бёрном. Бёрн довольно-таки сладкие энергетики. Кофеин 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Это, в принципе, средний показатель среди энергетиков. Дефолтный, обычный. Это, опять же, если брать объем 0,45 литров энергетика. Здесь 0,44 литра, имейте в виду. На 100 миллилитров меньше. Таурин 50 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Это низкий показатель среди энергетиков. Но, опять же, учитывайте объем этого энергетика. Ну, цвет такой, в принципе, соответствующий и киви, и кактусу. Зелененький такой цвет, кислотненький. И цвет тоже такой зеленого чая дал тоже. Есть, кстати, еще во вкусе такая тема, когда уже проглатываешь, в горле начинает такая тема играть. Не знаю, это из-за вкуса или из-за какой-то такой газированности скрытной. Как будто покалывать начинает немножечко. Как кактус, поняли? Такая типа игра. Оценочка 100% здесь 5 из 5 данному энергетику. Ягуару, опять же, выражая респект, молодцы. Энергетик вкусный, хороший, мне понравился. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.